И всем снова здравствуйте, с вами Айс, и мы продолжаем прохождение третьего Ведьмака. Уже не дикая охота, уже дополнение Кровь и вино. Даже по названию дополнения можно было, наверное, как-то понять, что речь пойдет о вампирах. О вампирах. Давайте немножко повыполняем побочных заданий, как побочных, не сюжетных заданий, так скажем, но которые будут, я думаю, также классные. Это не вопросики, это не дополнительные задания, а мы прекрасно знаем, какие охренительные дополнительные задания у нас в Ведьмаке. Так, я не помню, смазывал ли я мечи нашим замечательным настоем. Поэтому сделаем просто это еще раз. Найдем Шарля Лозана в лисе, хитрая лисе. Это таверня. Как здоровечко? А чего тут делаешь? Работа стынь. Так, две девушки, два мужика. Мне за болтовню не платят. Во, мне зовут болтовню не платят. Намек какой-то, да, такой? Что-то из борделя смахивает немножко. А тут странствующие рыцари уж прям. Я не думаю, чтобы они начали заниматься чем-то постыдным прямо тут на улице. Все-таки времена средневековья люди еще не опустились до столь бесстыдства, которое проистекает наши современные годы. И публичное проявление своих чувств еще не было так популярно. Хотя разных извращений тоже хватало. Надо более внимательно относиться к деталям и пытаться их не пропускать. Потому что это очень будет, может, важно быть, даже в основном нашем задании. Какая-то маленькая-маленькая деталька может нам у помочь понять мотивацию. Мотивацию этого существа. А что с тобой? Почему ты плачешь? О, простите. Ты кто-то обидел, наверное, да? Все жуткие такие. Там такая «простите», то есть она явно зашуганная. Ну чего тебе? Ага, это задание, которое, опять же, не могу взять. Это то задание, а почему до сих пор не могу его взять? Вот в чем вопрос. Хочешь взглянуть на мои товары? Может быть, нужно сначала поговорить с... Хотя я с ним уже общался. Увидимся. Тоже вот не совсем понятно и... О, а, может быть, к нему нужно подойти? Что тебе привело? Как у вас идут дела? Смотрю, ты помирился с братьями. И дела, похоже, просто... Это тот человек, это которого, да, мы из пещеры высыпали, помните? Правду говорю. Он уже как бы без ран. Мы всю жизнь были соперниками. И поначалу сговориться было непросто. Да чего не коснись. Но куда деваться? Потихоньку оказалось, что вместе у нас все замечательно получается. Так и живем. Рад это слышать. А все благодаря тебе. Если бы я тебя тогда не встретил, мы бы в жизни не помирились. Спасибо, ведьмак. Да, нет проблем. Скажу у меня, я что там... Доброго вина или... Ты мне вроде как обещал скидончик. Прошу, на любой вкус и цвет. Может быть, он что-то мне продаст интересное, да? Мы видим, что ничего особо интересного он нам не продает. Вот мы ему можем что-нибудь загнать, хотя не знаю зачем. Да, одни перчатки загнали, и все, в принципе. Тяжелый доспех, магический предмет. Наверное, можно было его даже не продавать и разобрать, ну ладно. Мне уже пора. Счастливо. Так, по-прежнему. Отец бы нами гордился. Вот они братья, отец да? Отец бы нами гордился. Вот они три брата, которые помирились. А вот купец. Привет. А могу я сесть на эту лавочку, например, ну, подождать? Официант, да? Ведьмака, возможно, на втором этаже пошла этот квест. С утра венцо, точно, вот тут я Вася, конечно. Что так.
Почему никто ничего не делает? Какие-то интерьеры похожие на бордель, а не на таверню. Значит, ведьмака надо было вызывать? А рыцари-то на что, я вас спрашиваю? Ну, здравствуй. В чем дело? Наконец-то я догадался подняться наверх, чтобы тебя найти. Это тебя беспокоит, какой-то шум на кладбище? Да-да-да, и похоже, что только меня. Никто другой не потрудился этим заняться. А шум все слышат. А ты не обращался к какому-нибудь крысолову, чтобы он отловил крыс? Я с этим ходил к княжеской гвардии. Которая шумят на кладбище. Знает? Может, и вовсе не искали. Поедая останки. Самому по кладбищу шляться. Ну, как говорится, самому не самому, а шум-то часто слышишь? Шум повторяется регулярно? Каждую ночь. Я живу рядом и слышу все так громко, словно мне трубу к уху приставили. Чё-то как-то уж громко больно шумит. Хы-хы, рясь! О, бля! А потом ёб-дубу-дубу-дубу-дубу-дубу! Вроде как, вы понимаете, медведь по комоду херачит. Как-то он прям рьяно все объяснил. Ну, хорошо, давай обсудим награды. И сколько я за это получу? А то по внешнему виду ему не скажешь, что как бы он платежеспособен. Но я бы хотел... Да, ну я так и в принципе и думал. Я думаю, что 56 монет то он мне заплатит. Хотя бы. Я этим займусь. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? По внешнему виду этого замечательного человека можно было, в принципе, догадаться, что никаких 500 монет я тут... Думаете, ну, это не явно никакое не чудовище, потому что, ну, возможно. Награда но слишком мала даже для него. Могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Бродяга или какой-нибудь душок, который просто подумал брабашить. Который просто так развлекается на кладбище. Ну что ж, давайте сходим. И выполним задание «Вечный покой». Погодите, а наверху у нас... Что за симпатичная барышня? А рыцари-то на что я? Моё почтение. Демоны креветки. Офигеть, она, видимо, пьяна. Пьяные официантки, это, конечно, блин, опасно. Что-то мне нехорошо. Видимо, эта официантка выходила сюда для того, чтобы облегчиться. Ну, от выпитого. Так, ну кладбище располагается совсем близко, прямо в черте города. И я не думаю, что тут есть какие-то монстры, потому что они бы действительно сожрали бы, наверное... Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. Сожрали бы, наверное, всех и вся. Уже, если бы такое было. Вот, можно попробовать войти внутрь. Ходить по склепам. Хотя мы тут уже бегали и... В принципе, ничего такого конкретного мы не замечали. Такого конкретного, что могло шуметь. Там были бандиты, помните, которых мы немножко так подкоцали. Вот кровь у них еще осталась, от них вернее. Так, внизу что-то у нас есть, но там, кажется, просто трава, которую мы не... А, нет, не трава. Немножко оринов, которые нам особо-то не пригодятся, наверное. Ну, тут был... Небольшой так штаб бандитов местных, которых мы вроде как поубивали уже. Правильно же? Вроде как так. Немножко можно заняться плохим делом. Благо, мы же это делаем в игре. Ну, в жизни так делать нельзя. Да в игре на самом деле нельзя, если бы играли не за Ведьмака. Поэтому, скорее всего, источник шума это как раз были те разбойники, которых мы уже как бы и победили. Но с другой стороны-то квест не засчитался, поэтому, возможно, тут какой-нибудь нищий
Просто напивается, приходит на кладбище и начинает по ночам немножко буянить, понимая, что как бы никто не пойдет на кладбище особо разбираться, что там происходит ночью. Потому что все будут немножко бояться этого, да? Приветик. Так, мальчик, может быть, ты что-то знаешь? А ты умеешь махать мечом левой рукой? Мальчик, я девочка. Умею. Видимо, их не родители, может быть. Мы вдвоем ставят. Эх, сука. Так. Мильтон де Пирак Пиран. А, это он, короче. Это могила как раз его, смотрите. Только-только его бестия зафигарила, и вот могила. Бедный горожанин. А почему ты плачешь о нем? Кто ты такой есть? Мильтон де Пирак Пиран. Смотрите, он тупо ушел. Знаете, как просто какая-то наигранная сценка, типа. Я приду, поплачу над рыцарем и все. Кровь. Видите кровь? Кровь. Твою мать. Так. Бутылки из-под вина, остатки еды. Шумная гулянка? Да нет, вряд ли. Бутылки вина, остатки сука. Еды. Вот я же говорю, тут что-то. С этим связано. И это, наверное, тоже вино или что разлито, а не кровь. Твою мать. Твою медь, твою медь. Так, ну тут все везде закрыто. Я вижу, вижу впереди что-то интересное. Угу, могилу разрыли. Разрытая могила. На кладбищенские воры все-таки стараются не шуметь. Это да, это точно. Кладбищенские воры стараются обычно делать все в тишине. Им-то им, ну как бы шуметь им явно не к лицу и не с руки. Тут работы не найдешь. Работ... А что ты тут забыл? Платы за работу. Бедный горожанин, он просто тут сидит и не знает, что он тут делает. Вопли все жуткие такие. Вопли жуткие. А при чем тут жуткие вопли? Опять ух же, мальчик ты с девочкой в текстуре. Или они просто ходят по кладбищу, рассматривают нагробие. Ну как дети любопытные делают. Читают, ходят просто, смотрят. Так, это непонятная какая-то, не знаю, то ли статуя, то ли идол, то ли еще что-то. Тут бедная горожанка, которая оплакивает, может быть, своего мужа какие-то или возлюбленного. Следы. Следы, действительно. По этим следам можно пройти чуть вглубь. Чуть вглубь и все. Потом они обрываются, смотрите. Вытоптанная трава и панталоны. Красавчик. Нет, он имел в виду другие. Тут даже извращенцы на кладбище занимаются всяким. Вытоптанная трава и ничего определенного. Нет, он имел в виду другие звуки. На кладбище и бьют, и совокупляются, блин. Извращенцы, честное слово. Просто извращенцы. Так, ну я думаю, что на кладбище ночью вернуться, чтобы нам достаточно помедитировать чуть-чуть, правильно? То есть немножко помедитировать до часу ночи. Ночь, не знаю, с 12, не с 12 у них тут. Я вечно не могу в этом определиться, ведьмаки, поэтому на всякий случай медитируем до часу. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Да, звук идет из катакомб, это точно. Причем долбить-то достаточно сильно. Так вот откуда этот шум. Не души, странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похоже. Нет, это не могут быть кладбищенские воры. Золоченый подсвечник они бы тут не оставили. Довольно свежие. Похороны были недавно. Угу. Это неупокоенный призрак.
Чьи это? Довольно свежие. Похороны были недавно. Я не цветы хотел посмотреть, а вот краешек. Табличка или что это? Луи де Карантен почил в день поминовения святого Беннера. Луи де Карантен. Звук доносился откуда-то. Разбитая посуда, будто кто-то ее швырнул об стену. Здесь покоится Марго де Карантен. Не чудовищный кладбищенских воров, просто небольшой бардак. Ну, муж с женой. Может, это все-таки не здесь? Странно. Муж с женой. Поэтому шум явно доносится из этого склепа. Там как будто кого-то, блин. Как будто он пытается до жены достать. Или они пытаются. Не знаю, чем-то заняться. Что-то здесь не так. Надо подождать развития событий. Ну, это странно, на самом деле. Призраки, которые прячутся от нас. А ты только и знал, что целыми днями... Да, это муж с женой просто разборки устраивает. Краснолюд какой-то! Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя ярмо азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебя чего? Здесь частная беседа. О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело. Может, вам помочь? Не знаю, кто ты. Но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп. А эта швабра даже после смерти не отцепится. Так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл. Неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую Лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? Я же говорил, что даже побочные задания будут очень крутые. Раз 500. Тихо, успокойтесь оба. Так чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой, фамильный, склеп де Карантенов. Читать не умеешь? Да, но его выкупили у кредиторов за мое приданное. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его! И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для гвинта. Так и знал, что это ты. Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься. Сейчас меня Кондратий хватит. Да были бы меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Hmm.
Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо перенести. И рёк пророк Лебеда, да не будешь ты играть на деньги. Почему я должен это решать, блин? А потом добавил, не то для меня ничего не останется. Еретик. Один корчёсник, другой фанатик. Фанатик или... Ну уж нет, старая пересница. Или гордежник. Ну, склеп его фамильный. Ну сложно. Прошу простить, но я не в настроении. Пока ты ее не вынесешь отсюда, я разговаривать не буду. Она точно знает, где спрятала карты. Он знает, может быть. Блин, это сложный выбор. Это сложный реально выбор. То есть я не... Я не знаю. С одной стороны, возможно, из-за нее его зарезали. С другой стороны, не знаю. Я думаю, что все-таки это его склеп, и нужно выносить ее. Да ее его фамильный нет, склеп. Нет, подожди. И... Уж если ты найдешь шанс, подыщи мне какое-нибудь приятное место. Мне без разницы. Куда отправимся? Отнеси меня к могиле моей матери. Это на старом кладбище, сразу за стенами. Хорошее место, почти у самого озера. И растительность там исключительная. Может, они помирятся? Исключительная? Можно конкретнее? Она находится под раскидистым каштаном. На надгробии начертано имя моей матушки Мишлин Бельрос. Как же я ее не послушала, а ведь она меня так насчет него предупреждала. Наконец-то покой. А насчет карты ты мне не расскажешь, где находится? Уважаемый, надо потом будет к нему вернуться насчет карты спросить. Хотя, может быть, она сама нам расскажет, где их спрятала. Знак того, что мы не просто так ее куда-то отнесли, а куда она именно хотела. Ну, склеп его плюс, не знаю, сложно, короче. И где могила? Марго говорила, что под каштаном. А вот вроде как. А нет, подождите. Это не каштан, явно. А вот он большой впереди каштан. Здесь покоится Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусено Мария. Это не нет, то. Не то. Мастер-каменщик Фарамонт. Это тоже не то. Свете славный реставратор дворца Баклерского. Погиб Мишлин Бельрос, дождавшись завершения строительства. Все, проехали. А, вернуться все-таки к Луи. Ну, хорошо. С одной стороны, может быть... Ну, опять же, тут было сложно. Они оба как бы... Слеп его фамильный, вот больше единственное что. И уносить его, оставлять ее в его фамильном все-таки склепе. Как бы немножко, ну... Немножко как бы неправильно было. Наверное, да? Чисто с меркантильной цели, то можно было бы, конечно, она знала точно, где карты. Вынести, соответственно, ее. Я вынес урну с прахом, Марго, как ты хотел. Луи, ты здесь? Да, мог бы и догадаться, что меня надует. Ну, значит, поговорим по-другому. Oh.
Умоляю, верни меня на место. Да, я тебе наврал, понятия не имею, где эти карты, но сейчас я что-нибудь придумаю. Погоди чуток. Есть такой оружейник, Трентин. Я его как-то обыграл в гвинт, а поскольку денег у него не было, он пообещал мне отличный меч. Чуть ли не лучший в его коллекции. Я взыскать долг уже не успел, но ты скажи ему, что тебя прислал Луи де Корентен. Покойный Луи де Корентен? Но с этим могут быть проблемы. Но если... Вот, Трентин, он запойный игрок. Жена его заставила лечиться, гипноз, все такое. А теперь свято верит, что он карт не касается. Если она узнает, что Трентин по-прежнему играет в карты, тогда ему хана. Спасибо. Ну, то есть мы, грубо говоря, меня с одной стороны получаем редкие карты, с другой стороны мы получаем меч. Эфику поймешь, что для нас лучше. Но задание прикольное. Ну и задание, то есть уже название для сегодняшней серии у нас как бы есть. А можно мне все-таки выйти? Уважаемый, спасибо. Выпьем за любовь, конечно. Конечно, женщина. Ну, слишком грубо. Ну, в принципе, правильно. Ничего, если мы к нему домой ночью зашли, да? Но я думаю, ничего страшного уж, да? Тем более он не спит. Лучшая сталь во всем Тусенте. Ты глянь только. Я тут, короче, меч Луиза забрал. Я за мечом от Луи де Карантена. Вот это здорово. Де Карантен на том свете. А ты ему брат или сват, а? Что-то он о тебе не рассказывал. Зато он мне о тебе кое-что рассказал. Например, что ты оторваться не мог от гвинта, пока жена не вырвала тебя из когтей азарта. Такая жена просто сокровище. Вот ведь пидор! Чтобы меч у меня останется, повешу его обратно над камином, рослу и отбросил копыта. А теперь вот выбора нет. Хороший мальчик. Жена лучше не ругаться. Уступлю себе в убыток, но не оставляй меня с носом. Дай хоть попробую отыграться. Как насчет партейки на деньги, а? Да нет проблем. Жена, не боишься, что... У меня в доме бабы слова не имеют. Да и нет ее. Только что съехала на пару дней. Ага, другое дело. Чистой своей, в Бельхавен. Ну так что, играем? Давай. Ну ладно. Убедил. Сыграем. Но не на меч. Ну, поехали. То, что он ходит первым, это для меня только в плюс. Меняем бьянку. Так себе зашло, видите, то есть зашло так себе, очень так себе. Для моей тактики зашло так себе. Раз, и для того, чтобы, в принципе, по картам смотреть. Нет, в принципе, нормальных карт. Высокоуровневых. Это, конечно, не будет. Не знаю, можно воспользоваться казнью разок. Хотя это, наверное, глупо. Да.
Просто хочется как можно больше выманить у него карт в первом раунде, понимаете? Сейчас вообще будет пас, да. Мы, кстати, угадали насчет паса. Да, выигрываем первый наш бой. И будем надеяться, что придет карта, которую мы сможем... Да. Которую мы, мать его, сможем. Ладно. Понятно все. Поехали дальше. Что это за карта, кстати? Интересно. Сайнсентезис. Блин, язык сломаешь, пока выговоришь это слово. Ну ладно. Ага, казнь, да, все правильно. Я просто выманиваю у него карты. Единственное, что я сейчас сделаю. Из-за того, что он не может пасовать. После этого мы, естественно, пасуем сами. Что становится 1-1. У нас остается очень неплохое зачитание карт. Он еще и ходит первым. Почти идеально, да? Там у нас где-то была восьмерочка, вот она. Ну все, это победа. Даже не используя две оставшиеся карты. Отлично. Грамотно воспользовались слабостью искусственного интеллекта во втором раунде. Да, совсем не случается. Стоило только сыграть с незнакомцем. Да, такая колода. Бывай. Так, а может быть мне какую-то карту дашь? Нет, никакую карту он мне, к сожалению, не дал. Давайте посмотрим, что за меч. Огнерожденный, пробитие доспеха. Шанс получить удар прикрытия. Варенник. Блин, его нужно зачаровывать на варенник тогда получается. Какая разница, будет у меня вареник или не вареник, например. Если вот так мы сделаем. Будет бутылка воды, а не вареник. Чем бутылка воды хуже вареника? Эффект длится 10 секунд, там 20. Всего лишь навсего, да, грубо говоря. Ой, я не то надел. Ну да. Ладно, оставим вареник все-таки. Ну и можно возвращаться к этому бедному жильцу, которого постоянно раздражали крики с кладбища. Ты ее хоть за сиськи долапал? Кого? Эту нашу княгиню. Слышь, ты это за словами-то следи. Ну что, сука? Ну что такое? Ты следи за словами-то, блин, Вася. Я, конечно, может быть, и не против потрогать ее за сиськи, но... Как говорится, за словами-то следи. Бестия, это кара за упадок нравов. А бестия, ты сука, не бестия, боишься? Бестия, это кара за упадок нравов. То есть уже все... Слух об этом уже разнесся, грубо говоря, по всему Тесенту. Даже какие-то пьяницы это уже пронюхали. Так, а где у нас Василий? Готово. Не будет больше шума на кладбище. Там теперь
Тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все орут, как оглашенные. Один только и знает. Одрин, Одрин, как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудище, как вы и говорили? Да, трудная была работа. Едва живым оттуда выбрался. Вам должно быть кодекс, запрещает разглашать подробности. Ну и к лучшему. Прошу, вот вам небольшая премия. Заслужили. Ну, не знаю, я так сказал, типа, уклончиво. А, 100 крон дали? Хорошо. 100 крон, это хорошо. А вечный покой мы выполнили, это тоже хорошо. Так, следующее дополнительное задание. Рыцарь-наемник, перемена. Найти могилу Мара на городском кладбище. Это квест от Йен. Это задание от Йен, это будет очень круто. Возможно, мы, кстати, тогда и Йен в Тусенте встретим, как вы думаете? Может быть, кстати, вполне. Тем более, это совсем-совсем недалеко, видите? Все в пределы, грубо говоря, одного места. Томас Моро, профессор. Элас Кхалил Альзент Эль Сан Хавали Эль Антонт Нэн Де Элас Элдер Дай Трин Кроцент Аль Тент. Надпись на старшей речи. Издавление Дол Невде, но в наших сердцах славится Эль Рен. Похоже, не только я о нем знаю. Его выкопали, видите? Надо осмотреться, может, здесь еще что-то есть. Его выкопали. Следы. Следы ног. Узкие и неглубокие. Кто-то небольшой и легкий. Может, женщина? Может быть, это Йен? Твою мать, след прервался. Интересно, тот, кто обобрал гробницу, нашел что-нибудь еще? Может быть, и нашел. Возможно. Легкие следы. Профессор мне в поисках не поможет. Больше я здесь ничего не узнаю. Посмотрим, что скажет карта Йен. Кстати, эпитафия тоже упоминала Айли Рен и Долневде, долину девяти. На карте Йен найти... А где карта Йен? Наверное, в квестовых вещах, я правильно же понимаю? Вторая карта Тусента. А что мне тут нужно найти? Место, отмеченное на карте, сейчас под водой. Там теперь Санс Ритур. Наверное, это и есть долина девяти. Попробуй там осмотреть. Я понял, чтобы там не было, но мы это нашли каким-то чудным образом. Ну что ж, давайте туда сбегаем и заодно потом выполним эти оставшиеся вопросики. По вопросикам мы закроем, в принципе, их в Тусенте общее. Останутся лишь дополнительные задания плюс гвинт. Ну я не думаю, что мы это сделаем в этой серии, но это, в принципе, ближайшие планы на будущее. Ну и будем вперемешку выполнять основное сюжетное задание и дополнительные, кстати, очень прикольные задания, которые мы сейчас и делаем. Например, вот первое задание, самое, да, самое такое вроде обыденное, оно было достаточно интересным и заставило даже делать нас какой-то сложный выбор относительно для нас. Ну и в том плане, что мы получим даже в награде в итоге. Возможно, какие-то редкие карты гвинта были бы более полезны, счастливые карты. Потому что нам предстоит выступать на турнире и
Числевые карты Гвинта были бы там явно полезнее, чем какой-то меч. Тем более, этот меч явно не особо-то и лучше нашего основного стального меча. Плюс его нужно зачаровывать на вареник, чтобы его носить. Вот, а пока что возвращаться назад в... Как же эта локация называется? Велен. Не очень хочется, так скажем. Сумрачный бор, леса Караберты. Открыли новую вещь, и тут у нас... Погодите, это же у нас кладбище. Кладбище, на котором мы, в принципе, встретили этого вампира. Совпадение, что оно находится прямо по пути или нет? Интересно, нужно как можно больше обращать внимание на мелочей. Потому что в последнее время я как-то прям чисто по вопросикам и все, и не перестал обращать внимание на какие-то маленькие непримечательные с виду мелочи. А этого делать нельзя. Так, рыбаки. Может быть, что-то они знают? Слава огню! Понятно. Кот бы тебя лизал. Один слава огню, второй говорит, чтобы мне почему-то кот лизал. Не знаю. Зачем? Вроде мы как бы не женщина, чтобы нам что-то там лизали, но... Возможно, он имеет в виду, чтобы был котик и облизывал нам ручки после того, как мы его кормили. Так, кто это? Медведь. Медведь пускай живет. Я не хочу побеждать и убивать медведя, потому что он, в принципе, ничего плохого мне не делает. В самом начале битва с медведем была эпична, интересна, а дальше уже, как говорится, просто лишнее истребление зверей. Так, давайте занырнем вниз и посмотрим, что у нас там будет. Явно вижу какую-то пещеру, вернее, вход в эльфийские развалины. Видимо, ну, может быть, не эльфийские, но, скорее всего, эльфийские. И, наверное, это и есть вход в затопленную лабораторию профессора. Или затопленный ход, вход в лабораторию. Ого, ничего себе. Сколько мы тут бабосиков-то получили сразу. Ну ладно, на самом деле я тут думал, что это просто... какие-то... Какие-то растения и все. Так, мы находим скелет Золотое кольцо. И все, опять же. Подождите, там что-то еще есть? И не все забрал оттуда, получается. Да, видимо, кроны я не все забрал. Ну, от Ян неинтересно и какое-то глупое задание поступить 100% не могло. Совсем уже забыл про него практически. Что он нам поступило. Письмо это, да? И вот в итоге тут у нас непонятно что на самом деле. Нет, это явно не тут, мне кажется. Хотя... Все достаточно подозрительно. Здесь прохода дальше-то нету, в любом случае. Или он где-то есть. Даже с помощью ведьмачьего чутья мы ничего не находим. К сожалению, это просто грот, в котором были сокровища. Если так можно сказать, несколько сотен флоринов. Ладно.
Я понимаю, что на карте как бы место, которое нам нужно, оно обозначено там, в том месте. Но если мы нашли какую-нибудь пещеру, которая обладала... Я вижу уже портал. Обладала какими-нибудь извертлявыми путями. Ну, это уже очевидно, что это он. И хоть мы не любим порталы, но в него мы зайти и должны будем. И что же мы тут найдем? Какие тайны? Вор нашел в гробнице нечто, что активировало входной портал. Интересно, какие еще сюрпризы готовит это место? Какие сюрпризы и тайны мы найдем тут? Прекрасно понимаем, что от Йен можешь знать всего, что угодно, и эта прогулка будет явно небезопасной для нас. Пики, торчащие из земли. Да, всего лишь на все. Плохое чувство. Там какой-то мешок, подождите. Похоже, кроме меня здесь есть еще кто-то. Это очень худой, мне туда не протиснуться. Надо найти другой путь. Очень худой. Ну, чисто теоретически можно, наверное, пройти вот тут. Ну, я так и знал. Это уже бывало, помните? Да? Такими стражниками мы уже сражались, когда искали Цири. Так, смотрите, тут какой-то сундучок. Кто это вообще все оставил? Тихо. Аккуратней. Тупая секира метеоритного железа. Окей. Так, а тут что у нас? Павленые бинты. Кто-то здесь перевязывал раны, должно быть, поранился, пытаясь забраться наверх. Что ж, по крайней мере, встреча с пантерами он избежал. То есть мы нашли тот ход, которым этот человек шел, кто-то. Кто бы это ни был, это уже интересно. Уже интересно, кто бы это мог быть. Дневник профессора Моро, кстати, мы нашли. С тех пор, как неподалеку от лаборатории стали крутиться какие-то подозрительные типы, я был вынужден усилить меры безопасности. Подозреваю, что это обыкновенные бандиты, которые ищут легкого заработка и которых, скорее всего, не интересуют мои исследования. Но кто предупрежден, тот навсегда вооружен. Фрагмент неразборчив. Кроме того, по совету знакомого инженера я решил прибегнуть к простым механическим средствам. В одном из залов на пути в лабораторию я разместил на значительной высоте 4 выступающихся камня, которые, если их нажать, замедляют действие охранного механизма и открывают дверь. Для меня это пустяк, поскольку требует лишь простого заклинания, а для обычного грабителя это может быть трудной задачей по двум причинам. Во-первых, камни надо еще разглядеть и понять, зачем они нужны. Во-вторых, найти способ, как их нажать. Фрагмент неразборчив. Арбалет. Так, ну если бы скелет... Вот этот был бы под этим камнем, я бы понял. А так скелет не под камнем, немножко непонятно. То ли камень его раздаю, то ли не камень. Очередные, блин, пантеры, да? Твою мать, можно было это уложить. Очередные призрачные воины. Благо, сейчас они нам не очень страшны. Обязательно заглянем вот в этот закуток, посмотрим, что тут. Ничего, пустота. Как пустота? Тупик, я бы сказал. А вот они 4 камня. Если я правильно понимаю, да? Тот, кто был тут до меня, забрался на стену, чтобы обойти пантер.
Или это не те камни? Тот, кто был тут до меня, забрался на стену, чтобы обойти пантеру. Ага, забрался на стену, чтобы обойти пантеру. То есть он прошел вот по тому пути. Ну, логично, на самом деле. Не все ж такие глупцы, как я. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Ты можешь тут уж спуститься спокойно, разве нет? По этой же веревке ты сможешь спокойно спуститься. Так, нажать камни. Ну, нажать камни, наверное, ардом. Неплохо. Нажать нужно все камни, видимо. Мешало. Что это такое? Непонятное вообще. А мне нашел пока что два. Я вижу четвертый камень. Блин, достану я отсюда? Я, наверное, не достану. Наверное, стрелять нужно из арбалета, да? Логично. Получилось. Интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Сомневаюсь, что горгульи захотят мне помочь. Непрошенный враг! Да ёшкин корень. Да-да, я уже понял. Благо, они не все сразу нападают. Наверное, есть способ пройти это без битв. Но это же я, блин. Это же я, вы понимаете, да? Лапа горгульи. Прекрасно. Отлично. Еще порталы. Еще порталы. И как понять, в какой портал из них идти? Так, куда он показывает? Ну, статуя лицом смотрит к этому, в этот портал. Пошли сюда. Чисто так ориентируясь. Не знаю, правильно это будет, нет? Ёшкин кот. Хорошо, поищем следующий проход. Я вернулся к началу. Хорошо. Давайте начнем заново. Хорошо, поищем следующий проход. Я думаю, что все-таки портал вот тот. Мы можем к нему как-то пройти сейчас? Нет, не можем, да? Мы вернемся назад. Да, мы вернемся назад. Твою мать, опять не то. То есть вначале ездит направ, абсолютно. Подсказка — это статуя. А потом нам нужен портал вот тот, который находится опять же на той стороне. Следующий проход, на который я не могу попасть почему-то. Да. Я, кажется, понял, куда мне нужно. Но это не точно. Я вернулся к началу. Погодите, тут же было. Было явное ощущение, что тут можно подняться. Поверху. Хорошо,
следующий проход. Ну, очевидно же, да, что нам сюда? Это другое помещение, я думал, что статуя та же. Хорошо, поищем следующий проход. Так, теперь нужно смотреть, опять же, куда смотрит статуя. И заходить в тот портал, который она смотрит. Какой указывает пес, может быть. Ну, вроде он указывает сюда. Если, опять же, если это правильно. Нет, это неправильно. Знаете, немножко тут у нас не так, как я думал. Хорошо. Если не так, то следующий проход. Возможно, портал наверху. Вот там указываешь. Возможно, портал вот тут. Вот этот. Все остальные смотрят в одном направлении. Так это я уже понял, Геральт, и так. Это я уже понял и так. Хорошо, это можно было не подсказывать. Хорошо, давайте спустимся вниз и более внимательно посмотрим просто, куда смотрит статуя. Что, в принципе, я сделать и хотел. Куда она смотрит? Вот сюда. Как не сюда? Зараза, я вернулся к началу. Может быть, ее глаза раскосые, черноволосые, блин. Смотрели немножко не туда все-таки. Хорошо. Поищем следующий проход. Поищем следующий проход, нет проблем. Нет, ну я же вижу, куда смотрит статуя. Вот статуя. Она смотрит вот сюда, хорошо. Туда пройти-то нельзя. Она смотрит вот сюда все-таки. Не сюда она смотрит, однако. Она смотрит именно вот сюда. Как ни странно. Этот нижний портал, который нельзя пройти. А статуя вот этого животного явно смотрит сюда. Явно смотрит сюда. Павшая люстра. Павшая люстра. Или она смотрит сюда? Появляемся мы тут. Можно подняться еще выше? Можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Не заходи сюда. Все
статуи смотрят в одном направлении. В сторону нужного портала. Так, Геральт, ты я понял. Портала? Я понял вашу мысль, уважаемый. Всего лишь навсего нужно более внимательно подходить к вопросу, и все. Хорошо, поищем следующий проход. Так, я что-то опять не понимаю. Только что мы... А, подождите. Подняться, если сюда? Он же только что подымался сюда. Да-да-да-да-да. Нужно подняться сюда и пройти вот сюда тогда получается, да? Потому что сюда смотрит зверь. Но в нижний портал мы входили, ничего не было. Давайте войдем в этот. Зараза, я вернулся к началу. Это странно. Хорошо, поищем следующий проход. То есть насчет того, что нужно идти туда, куда смотрит... Статуя. Куда смотрит статуя. Это было понятно с самого начала мне. Я, в принципе, туда и шел. Но куда смотрит вот эта статуя, не очень понятно. Для меня, по крайней мере, вообще непонятно, куда она смотрит. Вот она смотрит сюда. Что не так-то тогда? Вот этот портал ты имеешь в виду, подруга? Да. А вот и лаборатория Моро. Мы немножко выше просто портала не увидели. Потом с самого начала пошли во второй. Ну, в принципе, туда, куда почти нужно, да? Ну, в средний. Потом уже начали обращать внимание, куда смотрит кошка или пес внизу. Ну, использовать как-то можно это мне? Осталось выбрать вход. Вот, погодите. Я не хочу... Первый, ладно. Я еще ничего не понял про эту лабораторию, чтобы выбирать какой-то вход. Июля, год 1102. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. 15 лет назад на меня напало чудовище, и жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Только не говорит, что это отец Геральда. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Джером. Все знакомое имя у ведьмака, да? После многих лет изысканий и подготовки я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации.
Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Наблюдение 30-е. Мутации начинают действовать не сразу, но и с течением времени они не усугубляются. Любопытно. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом. Так сначала он что, хотел избавиться от мутации, а потом наоборот разрабатывал усиленные мутации? Я добавляю белок мутировавших яиц скалопендроморфов. Что-то его непонятно. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Или он хочет сам стать ведьмаком? Время покажет. Может быть, он сам захотел стать ведьмаком? Не очень понятно. А можно выйти? Я не могу выйти, да, отсюда? Нужно было, наверное, кристаллы доискать. Вначале по лаборатории походить. Чтобы полная картина сложилась. А не так какими-то обрывками непонятными. Ну, не то, что непонятными, но обрывками все-таки. Исследований. Жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, а все-таки излечить, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу, делало его еще более не человеком. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. То есть я могу усилить себя, грубо говоря. Как мои мечты о возвращении сына. Если рецепты мутагены. Значит, профессор хотел обратить мутации вспять, а вместо этого только усиливал. Вот, да, я об этом уже абсолютно. Нет кристалла. Кристалла с этой записью нет. Надо осмотреть лабораторию. Судя по записям, профессор пытался отменить действие ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Нам нужно найти два кристалла, потому что могут быть побочки очень интересные. Из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Да, мы обязательно поищем яйца и все остальное, но уже в следующей серии. А пока что огромнейшее спасибо всем, кто смотрел. С вами был, как всегда, Айс. Ждите новых серий по Ведьмаку 3 и не только. И всем пока-пока.